Всем привет! Наконец-то выбрался в поездку на остров Тасос. Тасос у нас на севере Греции, это такая мекка для рыбаков. Сделаю, сниму несколько видео для вас. Надеюсь, будет интересно. Остров Тасос находится на севере Греции. До него можно добраться из поселка Керамути или из города Кавала. Он интересен тем, что это самый зеленый остров в Греции. К осени здесь очень много пчел. Пчеловоды со всей северной Греции сюда сотни пчеловодов привозят, тысячи ящиков пчел. В древности интересно было такое интересное пчеловодство. Баржи подходили с пчелами к берегу, бросали якорь. И когда опускалась просадка кораблей, это означало, что пчелы набрали мед и можно отходить. Здесь очень красиво, интересно. Приезжайте сюда в гости обязательно. Ну и здесь очень интересная рыбалка. Надеюсь, нам повезет. Первый пункт нашего прибытия это будет Глифунери. Глифунери переводится, даже не знаю, как перевести. Наверное, вода, которая ласкает. Вот так вот. Там мне нравится этот пляж. Там обалденный пляж. Я вам его покажу. Вы с ума сойдете. Особенно летом. Просто обалденный запах сосен. Мед просто пахнет здесь. Пчел поставили. Везде вот стоят, я вот слева смотрю. Конечно, места мало стоит. Но... Вот это место называется Глифунери. Прелесть его в том, что в жару вот эти сосна практически прямо над водой. И здесь постоянная тень. Здесь очень классно летом купаться. Какие вам там богамы с пальмами, которые там 500 метров от берега. Вот, сосны прямо над водой, смотрите. Снимай. Все запротоколировано. Что это было? Он там сидит. Вот дернуло. Ничего себе. Вот из аргос, морской карась маленький. Не маленький, средненький такой. Классный. На поплавок попался. И вот сейчас здесь дернуло на червя, очень что-то крупное.
Ну давай, вытащи ее уже. Что-то непонятное. То идет легко, то... Я также вытаскивала за арбузом. Вот он, вот он, вот он. Ух, как толст. Цепура. Ничего себе. Как она? Вот и дорада. Не успел забросить. Большая. Вот. Из нее уху делают? Из нее делают уху, но это маленькая, мы ее отпустим. Как ее сейчас отцеплять, не знаю. У нее иголки везде, но схватить ее сложно очень. Ну вот такая мурмурка ловится сейчас. Примерно 9 часов уже. Среднего размера, примерно 150-200 грамм. Ничего, нормально. Да, давай. Две сразу. Ласкиль и мурмура. Господи. О! Вот еще одна дорада. Попалась. Все одного размера. Стайка, наверное, здесь рядом. Ох, еще один. Это заргос. Ничего себе. Фух. Классная рыбка. Суперски. О, и это клюет. Ох, караси идут. Еще один саргос. Супер. Молодец, Мартин.
Умница! Супер! А вон и наш поплавок. Утро обалденное, спокойное, тепло, осеннее тепло такое. Не хочется уезжать, но надо места менять, показывать новые места интересные. Ну ничего, еще часок посидим и двинемся дальше. Вот две дорады, ну и морские караси. Не ожидал, что мы их поймаем. Ну, 2-3 мурмуры, мармира. В общем, к сожалению, рыба продолжает клевать. Но сегодня еще один день, хочется еще какие-то места вам показать. Так что мы срываемся с места и едем на еще одно очень интересное место. Но это уже в следующем видео.